Всем привет! Это канал Вязание в массы, меня зовут Ирина. Хочу рассказать вам о новом приобретении. Это вот такая у меня пряжа Alize Angora Gold Ombre Batik. Это новинка сезона прошлого, недавняя. И вот смотрите, как здесь интересно распределяются цвета. Очень плавный переход. В данном конкретном этот цвет такой, скажем, камера передает, фиолетовый, как по мне, это фиолетово, от сиреневого к фиолетовому идет переход. Это пряжа в мотках по 150 грамм. Я что-то думала, такой моток большой, думала, даже больше здесь. Но нет, 150 грамм. В ней 825 метров. Состав этой пряжи у нас 20% шерсти и 80% акрила. Рекомендуют нам спицы от 3 до 6. Это такой аналог Angora Gold, только вот с таким интересным украшением. Вот на сайте производителя Alize есть интересные модели вот этого вязания вот такого, вот такой вот блузки. Ну, конечно же, как бы там интересно, сама, скажем, техника такая своеобразная, оно вяжется цельным полотном, потом разрезается, сшивается. Хотелось бы попробовать, ну, пока я не определилась. Вот сейчас я приобрела эти нитки, пряжу решила, думаю, что же мне как бы связать из одного мотка. Почему? Вот я посмотрела в интернете, не так много вообще информации. Некоторые шали вяжут хорошо, может быть, на шаль хватит, там некоторые блузки. Но если я смотрела, какой размер еще блузки, в основном как бы вопрос с рукавом. Потому что вот этот переход цвета, если мы его сформируем, да, по блузке, по спинке переду, и то надо использовать круговое вязание, то рукава — это уже большой вопрос. Там уже ж переход цвета никак не совпадет с тем, который у нас на, допустим, на уровне плечей определился или еще как-то. И, ну, надо, получается, еще два мотка брать. Но это же невыгодно, два мотка, чтобы только подобрать там цвет, и то он не всегда подбирается. Еще есть такая техника вязания, допустим, из двух мотков, где мы берем, вот, допустим, ниточку, начинаем отсюда со светленькой, из того со светленькой, и через ряд. То есть ряд отсюда, ряд оттуда. И таким образом, вроде как, мы оттягиваем тоже, получается, мы, ну, если удастся, если, допустим, производитель действительно отрезал четко, допустим, вот на нужном оттенке, а может и совпадет. Но вот видела в интернете, одна из вязальщиц говорит, что полосочки получаются за счет того, что она цвета чередовала, не в идеал они совпадают и немножко как бы рябит. Ну, если это при, ну, кто-то для себя такое приемлемость для кого-то, то можно и так. Но я сейчас задумала, что я могу связать из этого одного моточка. Есть такой вариант шали. Тоже производитель Alize рекомендует такая турецкая шаль, скажем, тоже секторами. Ну, в принципе, на любую другую хватит. Допустим, если, да, хоть спицами, хоть крючком, хватит, конечно же. Вот. Но я как бы планировала все-таки плечевое изделие. И что я себе подумала, что, скорее всего, из нее нужно вязать, ну, регланом сверху, допустим, чтобы это было все-таки или круговой кокеткой. Но на данном этапе я для себя как бы определилась, что буду вот такую вязать безрукавку, тоже регланом сверху, чтобы вот эти равномерно у меня шли как бы ряды. Я думаю, данное изделие для меня как раз будет хорошо. Я часто ношу под водолазку какие-нибудь такие, скажем, накидушки. Вот. И я вот таким образом себе набросала. Планирую по полочкам подобрать какой-то узор. И, возможно, по центру спины. Тоже я, наверное, сделаю какой-то ажурный узор. Ну, такое, то есть такой пряжи можно вязать и косами, и ажурами. Ну, у меня, допустим, я уже вязала из подобной пряжи палантин по мастер-классу Светланы Заяц. Нет, Светлана Коломеец, ошиблась. Даже спицами 5, и он очень объемный, громадный получается. Ну, на данном этапе я думаю, что 5, конечно, перебор, но четверкой, наверное, точно буду вязать, допустим. И, скажем, узор подберу, наверное, все-таки ажурный, не косами. Ну, или там, может, с небольшим, скажем, перевитием петель.
Ну, а так посмотрим. В принципе, кардиган бы неплохо смотрелся, но опять же вопрос вот с рукавами получается либо добирать, либо ну, определяюсь пока на жилетке. И дальше покажу вам, что из этого получится. Я решила данное изделие начинать вязать регланом с использованием вот такого полого шнура, который называется айкорд. И далее от него будет вязаться верхняя обвязка и непосредственно сам реглан. Он будет крепиться, получается, вот к торцу. Сейчас мы проложим необходимое количество этого, провяжем шнура, а потом по его краю наберем количество необходимое наших петель и регланом сверху будем вязать наше изделие. Я уже набрала, в принципе, я могу и сейчас показать, как мы набираем, как обычно, мы петли. Спицы должны быть двухсторонние, то есть не иметь кончиков для этого вязания шнура. Я его вяжу из 4 петель. Набрала 4 петли, снимаю и вяжу. Так, первая у нас не провязанная, лицевая, раз, лицевая, два, лицевая, три. Теперь мы должны передвинуть к другому краю наше вязание. И мы будем продолжать вязать ниточку. Получается, мы вязали с этой стороны. Теперь мы заводим ее наперед и передвигаем наше вязание. И первую петлю мы провязываем. Снова провязываем вторую, третью, четвертую. И передвигаем наше вязание на другой конец спицы. Переводим ниточку за работой и снова продолжаем вязать. Первую мы провязываем, также вторую, третью и четвертую. Так, и снова. Первая у нас кромочная не снимается, а провязывается. Раз, два, три. И вот мы получаем вот такой вот шнурочек. Далее я провяжу этот шнурочек на необходимую длину обхвата горловины и наберу по краю его петли. Когда у нас готов шнур нужного нам размера, по краю его мы набираем петелечки. То есть в каждую петелечку по одному из рядочков мы набираем на спицу петельки. Вот так вот мы поддеваем и будет у нас формироваться таким образом первый ряд. И вот так вдоль-вдоль, нужно не сбиться, по одной линии идти пряменько-пряменько и набираем. Я вязала шнур спицами номер 3, и набор этот совершаю тоже спицами номер 3. Но когда я дойду до конца, дальше начну вязать, перейду на спицы большей толщины. Я планирую взять четверку. Это для того, чтобы аккуратнее смотрелось. Первый ряд мы делаем на более тонких спицах. Следующее, что необходимо будет сделать, все вот это количество петель разделить на 3 части. То есть на две половинки переда и на спинку. И пометить маркерами
регланные линии, вдоль которых у нас будут осуществляться прибавки. Из вот этой замечательной пряжи, амбре батик, я буду вязать жилет. И я решила расположить узоры на нем таким образом, чтобы сзади по спинке у меня располагались узоры, которыми я вдохновилась, глядя на вот этот вот джемпер Натальи Никитиной. И таким образом вот здесь будут на спине располагаться вот эти вот ромбы. А на полочке, получается, на одной и на второй будут расположен узор типа треугольника. Для этого узора я выбрала схемку. Вот эту замечательную. В ней изображены вертикальными полосочками. Это лицевая скрещенная. Там, где нет петли, это просто лицевая. Вот эти элементы, это три вместе, вправо и влево. А это три вместе, центральная. Также здесь наклонные полосочки вправо, это две лицевых вместе с наклоном вправо. И вот эти полосочки, это наклон, две вместе с наклоном влево. Ну и кружочки, соответственно, накиды. Очень симпатичный элемент получится. Вязать я буду сверху вниз и таким образом формировать эти узоры. Сейчас я уже провязала некоторое количество. Вот этот узор, который на полочке, вот так смотрится. И распределены, начали распределяться эти треугольники по принципу вязания две вместе и накид. И применяю я вот такую интересную регланную линию. Каким образом я распределила петли? У меня набралось по кругу вот этой полого шнура 156 петель. И эти 156 петель я разделила на 3. И получается по 52 петли. То есть вот таким образом полукруг буду вязать. И вот так вот у нас должны быть регланные линии. То есть вот здесь 52, вот здесь 52, ну и здесь, соответственно, пополам. 52 делим пополам. Это 26 и 26. И вот здесь общая сумма-то 52, но у нас же здесь разделяется. А здесь у нас будет он расстегной. Поэтому таки, здесь тоже 26. То есть от края 26 петель маркер, снова 26 петель маркер, 52 петли маркер, 26 петель маркер и снова 26. Далее вот так уже маркеры эти установлены. Через каждые 26, 52. По краю я хотела сразу сделать тоже айкорд, но отзывы посмотрела, и он немножечко стягивается, поэтому я решила так: я провяжу одну изнаночную, то есть накид, 2 лицевых и одна изнаночная. И изнаночная, которая между ними расположена, она и как бы формирует этот рубчик по краю, ну, скажем, очень похожий на данный наш айкорд. На этих 26 петлях первых мы вяжем вот этот узор, я уже показала далее. Регланная линия замечательным образом
формируется. Сейчас я покажу, как это вяжется. И по рукавчику ничего не будет вязаться. Лицевая гладь без узоров. Вот. А по спинке здесь я распределила таким образом. Вяжем 3 петли лицевых, потом накид, 2 вместе, 2 лицевых накид, 2 вместе. И точно так же отступление идет отсюда. 3 лицевых, накид, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 вместе. Так, между ними у нас 31 петля, вот здесь лицевая между этими узорами. Когда дальше формируется узор, мы здесь вяжем вообще поворотными рядами. Ростка я пока не формировала никакого. И узор дальше идет у нас со смещением. То есть здесь дальше у нас лицевые петли добавляются. И на одну дальше смещается весь узор. Как бы, и за счет этого формируется такая диагональная полоса ажурная. Далее, вот сейчас, здесь, когда осталось у нас посерединочке, возможно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петель посерединочке я заложила. Здесь ромб будет у меня формироваться. Здесь я провязала 2 вместе, накид лицевая, накид 2 вместе. Ну, 2 вместе здесь смотрит вправо, здесь влево. И таким образом дальше будет вот так в разные стороны расходиться этот треугольник. То есть один будет сходиться треугольник, а другой изнутри будет расходиться диагональными рядами. Здесь также применена интересная технология, техника регланной линии. Для того, чтобы ее сформировать, обычно выбирают какую-то центральную петлю, вдоль которой делают прибавки. Здесь же мы отметили центральную, я отметила маркером, между, скажем, расстояние между петель, и вдоль этого расстояния между петель и идут прибавки. И они осуществляются следующим образом. Вяжется этот регланчик по принципу из одной петли 3. Но в данном случае мы вяжем не из одной петли 3, а из двух 3. И таким образом у нас получается, что прибавка осуществляется. Одну лицевую мы провязали из троих, и вот, скажем, серединка, вдоль которой формируются две петли, берем с наклоном вправо, мы провязываем лицевой, накид и снова лицевая. И вот так получается, из двух петель у нас провязалось 3. Следующие вот эти петельки берем снова две петли вместе влево, и из них формируем лицевая, накид, не снимая с левой спицы, и снова лицевая. И то есть из двух петель получается 3. В следующий ряд мы вяжем все лицевыми, а через ряд снова мы проводим эту же комбинацию. Ну, то есть теперь уже из вот этих групп из 3 мы берем только 2 крайние петельки с одной и второй стороны, и из этих двух вяжем 3. И таким образом у нас вот формируется такая интересная зубчатая, скажем, линия, такая дорожка. Заманчиво она смотрится. Первоначально я хотела вязать вместо вот этого вот узора узор из листьев, ну, потом подумала, что не очень-то будет комбинироваться это все вместе, и нашла вот такой этот замечательный узор. Здесь будут как бы ромбы, на спине крупные ромбы будут сформированы, а по полочке мелкие ромбы. Но принцип будет таков, что получается сходятся ромбы, расходятся, сходятся, расходятся. И
Таким образом будет у нас сформироваться вязание. Сейчас я буду вязать до конца, до нужного расстояния плечевого скоса, регланной линии вернее, и тогда сделаю росток. Росток будет здесь применен азиатский, потому что здесь как бы рисунок нарушится, если я бы его сразу делала. То есть азиатский — это когда мы заканчиваем всю длину регланной линии, и уже тогда по спиночке мы провязываем увеличение, несколько рядов пропускаем по узорчику, и дальше уже будем вязать по прямой. В следующем видео покажу продвижение данного процесса, покажу, что из этого выходит, как получается. Если было видео для вас интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А сейчас всем до свидания, до скорых встреч, пока-пока!